Областной двухдневный семинар-практикум по кадровой политике проходит в городе. К встрече присоединился Леонид Мартынюк, помощник президента Беларуси, инспектор по Могилевской области. На первом заседании участники обсудили нюансы концепции и практическую реализацию в регионах и Бобруйске, совершенствование работы с резервом, разработку и внедрение новых технологий. Коммунарка реализует важный проект по импортозамещению, направленный на значительное расширение производственных мощностей. На фабрике будут запущены новые цеха, а также введено современное производство полного цикла по переработке какао-бобов. Сейчас предприятие выпускает 33 тысячи тонн сладостей ежегодно. Заместитель министра образования Беларуси Екатерина Петруцкая совершила внеплановый рабочий визит в детский оздоровительный лагерь «Мечта». Первым делом она проинспектировала производственные помещения. Особое внимание было уделено цехам, холодильным камерам и санитарному состоянию. Вторым и основным пунктом посещения стало неформальное общение в рамках акции «Шаг к успеху». В Беларуси усилен контроль за работой энергообъектов в условиях сильной жары. Проводятся внеплановые осмотры электросетей, организован мониторинг теплового состояния маслонаполненного оборудования. Особое внимание уделяется обстановке в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Там запрещено разводить костры, поджигать сухостой и мусор, проводить пожароопасные работы. Изменения в расписании. В связи с прибытием в Бобруйск на станцию Березина музейной экспозиции «Поезд Победы» 15 июля движение автобусов по маршрутам 11 и 11А с 9 до 9 организуется по улицам Дзержинского, Ермака. В прямом и обратном направлениях. Жители города просят заблаговременно планировать поездки.